Когда опытный садовник посадит маленькое деревце, он сначала поливает его каждый день, потом через день, потом через два, потом через три, через неделю, потом через месяц, а потом и перестает поливать. А зачем он так делает? Садовник так часто не поливает это молодое деревце, зная, что если оно будет питаться только влагою с поверхности земли, оно никогда не пустит корни глубоко в землю и не начнет питаться влагою земли. Вот так и Бог. Он знает, что если мы будем получать только благо, а не будем испытаны, не будем углублять свою веру, свою жизнь скорбями, испытаниями, то мы будем как то юное деревце. При первом ветре это деревце может упасть и погибнуть. Давайте же и каждый из нас углубляться в познание веры, в изучение своей традиции, культуры, и тогда Господь всегда будет рядом и поможет нам.